Нягань присоединилась к проекту «Аллея российской славы». Сегодня на центральной площади города торжественно открыли 8 бюстов великих полководцев и героев СССР. Проект «Аллея российской славы» нацелен на возрождение патриотического духа и воспитание молодежи. Он стартовал в 2008 году. За это время в разных городах России было установлено более 1000 монументов. В Нягане увековечены бюсты Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Николая Кузнецова, Ивана Кожедуба, Василия Глазунова, Вадима Матросова, Валентина Вареникова, Анатолия Лебедя.